Композитор и продюсер Максим Фадеев объяснил в своих социальных сетях, почему не будет участвовать в шоу «Голос дети». По его мнению, этот телепроект сам себя дискредитировал. Фадеев заявил, что программа имеет убогую и непрофессиональную редакцию. Он считает, что в этом виноват музыкальный менеджер Юрий Аксюта, который руководит редакцией. Продюсер отметил, что если ситуация изменится, то он с радостью займет кресло наставника. К слову, в одном из интервью Максим Фадеев заявлял, что ушел из шоу «Голос дети» из-за скандального поведения родителей некоторых вокалистов. Он заявил, что устал работать психотерапевтом, а не наставником.